Есть решение суда написано, да? Вот. Судебный исполнитель говорит, что об устранении препятствий на земельном участке, расположенном по адресу Каракульская, дом 58, идентификационный код там оканчивается 0186, принадлежащий Аташе Василии Темировне, Аташе Дарье. Вот красная книга. Вот территория, которая принадлежит по этой красной книге Аташе. На их территории никакого забора, никаких навесов, которые определены вот в этом решении суда, нету. Судисполнитель не может исполнить это решение, потому что она касается территории, которая принадлежит гражданке Ткачевой. Суд Ткачеву не вызвали. В отношении нее каких-либо решений не принято. Все эти действия судебного исполнителя абсолютно незаконны. Идет просто-напросто попрание конституционного права на частную собственность. Земельный участок в 99 году был предоставлен Ткачевой в бессрочное пользование. Угу. Ее право не отменено на сегодняшний день. Вот генеральный план. Вот эта территория закрашенная, заштрихованная, это территория Ткачевой. Вот эта желтая закрашена, это территория Аташевых. Вот сейчас они снос делают именно на вот этой территории. Вот. Должны сносить вот этот угол, да? Да, вот дорога проходит именно вот таким образом, через вот этот дом. Но судебного решения о том, чтобы вот все эти действия совершить, нету. Госакт для чего выдавали? Для чего государство выдает эти документы? Тогда почему они говорят о том, что они гарантируют охрану частной собственности? Вот свидетельство того, как они это гарантируют.